попытается взять реванш. Клуб «Алтайбаскет» на родной площадке вновь готов помериться силами с лидером чемпионата из Уфы. Стартовый свисток прозвучал буквально несколько минут назад. Днем ранее команда Бориса Соколовского потерпела поражение. Барнаульцы провалили первую половину игры. После кинулись в догонку, но, как это обычно бывает, было уже поздно. Догнать и перегнать соперника не удалось. 77-82. Как сказали болельщики, бились, старались. И за такое поражение не стыдно. Перед повторным поединком «Алтайбаскет» занимает 10-ю позицию, «Уфимец» первую. Тем не менее, хозяева паркета заранее сдаваться не собираются. В эти минуты наши корреспонденты работают в спортивном комплексе «Победа». Подробный репортаж смотрите в завтрашнем эфире программы «Наши новости».